Дом детства и юношества «Ритм» вновь стал площадкой для новогоднего спектакля. В премьерный день праздник прошел для ребят из малообеспеченных семей, которые посетили порядка 200 человек. Новогодний праздник начался в малом зале с кукольного спектакля «Приключения у новогодней елки», которая представлена детским объединением «Калейдоскоп». В большом актовом зале зрителей ждал главный сюрприз – театрализованное музыкальное представление «Золушка» по мотивам одноименной сказки писателя Шарля Перро. У нас каждый год разные спектакли. В прошлом году театральная студия «Аплодисменты» ставила спектакль «Щелкунчик», в этом году «Золушка». Ну, это идея, наверное, театральной труппы и непосредственно руководителя Анастасии Андреевны Будённой. Она, собственно, идейный вдохновитель вообще всего действия. Но это классика. «Золушка» – это всегда волшебное новогоднее настроение, всегда радость, всегда чудо, поэтому «Золушка». Новогодняя сказка «Золушка» подготовлена совместными усилиями театральной студии «Аплодисменты», хореографической студии «Грация» и вокальной студии «Вот так». На сцене присутствуют непосредственно дети. Педагоги осуществляли только руководство, они подготавливали реквизиты и костюмы. В итоге, в благодарность за спектакль, зрители подарили организаторам бурные аплодисменты. Все, и представление очень красивое, декорации, костюм. Я вообще не ожидала, что так будет. Много всего. Ну, каждый год нас приглашают, ей нравится. Мы ждали очень, что нас это пригласят заранее. Что спрашивала мама, пригласят нас? Я говорю, конечно, пригласят. Помимо представления, ребята принимали участие в развлекательной программе «Возле елки» со сказочными героями из детского объединения «Планета друзей». Также сотрудники Дома детства и юношества приобрели на свои средства сладкие подарки для детей из малообеспеченных семей. Отметим, что новогодний спектакль «Золушка» будет проходить в ДДЮ «Ритм» каждый день до 29 декабря. Те, кто не успеет посетить спектакль в этом году, сможет это сделать в январе месяце, после новогодних каникул.